Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы будем воевать. GTA San Andreas мы будем воевать. Мы будем отвоевывать баласовские территории. Да и вагасовские, наверное, тоже. В общем, давайте начинать. Не будем долго сидеть. Где наша машина? Я для этого дела накупил целую кучу пушек. Они нам будут очень сильно нужны. Садись давай, поехали. Немедленно отъедьте с дороги. Ее нету дома, жалко. Так, с чего бы нам начать? Возможно, эта серия будет скучной, но тем не менее. Тем не менее, я думаю, что это нужно. Что хотя бы часть надо записать видео, как мы будем отвоевывать эти территории. Похоже, долго искать не придется. Ну, из территории я уже нашел. Вау! Сдохните, твари. А вот в Android-версии на нас копы не нападают, когда мы начинаем войну между группировками. Но, по-моему, звезды хотя бы не увеличиваются. Сдохните, сдохните, твари! А как машина приехала? Она что, приехала без водителя? Блин. Машина едет без водителя, я просто в шоке. Какой-то, судя по всему, дрон. Да блин, ну... Призрак полицейского, видать, ездит в машине. Так, пускай они появляются сзади меня. Сейчас мы их всех бабахнем. Да блин. Ну кто едет в этой машине? Ну кто? Что за глюки тут пошли, я не понимаю. Ну никто же, ну никого нету за рулем. Как машина едет сама? Иди сюда. Сдохни. Ну-ка. А, я еще ее открыть не могу. Но это реально глюк какой-то серьезный. Быстро садись в машину и сматывайся отсюда. Да блин, еще и медики будут толкать нас. Вообще, я просто в шоке, не знаю, что делать. Так, берем броню и сваливаем отсюда. Наверное, нам надо в это автомастерскую заехать. Они прострелили аж два колеса сразу же. На наш район напали. Ну, я вообще в шоке. Мне надо от полиции смыться. А, все, уже смылся. Не надо. Ой-ой-ой, разом-то что все? Еще и на грузовике меня кто-то вздумал давить. Фух. Мне надо срочно в амунацию. Ну, здоровье я могу взять здесь, а вот броню не смогу. Так, хорошо, хоть копы отстали от нас. Можно, в принципе, заехать, отвоевать ту самую территорию, где находится автомастерская, чтобы мы без всяких проблем заезжали сюда, когда нужно. Давай, заезжай сюда. Блин, бирюзовый цвет. Да, а ладно, неважно, какой у нас цвет. Я хотел бы отвоевать эту территорию, но что-то тут не видно ни одного балласа. Давайте отвоюем ту территорию, где находится амунация ближайшая. Часто заезжаю туда.
Шлагбаум закрыт, закрылся. Видать, поезд тут проедет сейчас. Но не важно, мы проехали. А чё они загор... Почему они... Почему маши... Они оставили машины здесь? Да блин. Где амунация, я забыл. По-моему, в той стороне где-то она. Сейчас мы как раз таки возьмем броню и отвоюем территорию там. А, вот. Давайте вот в этих постреляем. Сдохните, твари! А, они, видимо, на нашей территории, поэтому не начинается никакая война здесь. Сзади такой же пикадор, как у нас. Сейчас заедем в амунацию и там сохранимся. Я, наверное, после каждой войны буду сохраняться, чтобы я без всяких проблем отвоевал их. Так, ну заходи на стрелку ты, блин. Так, мне очень нужен бронежилет. Давай его сюда, блин. Так, штурмовые винтовки М4 давай. Они заканчиваются быстро, их надо очень много. Хотя у нас 2000 патронов, я думаю, этого хватит на пару недель еще. Не, ну это громко сказано, конечно. Но думаю, этого вряд ли это хватит на то, чтобы отвоевать весь Лос-Сантос, но... Тем не менее... Я думаю, этого нам хватит на... Настолько территорий, сколько нам надо для доступа к финальной миссии. Что-то тут балласы же были. Куда они все исчезли-то, балласы? Тут они были же. Может, нам отвоевать территорию, где вот здесь? Птички, оказывается, тут летают. Никогда такого не видел. Да блин, ну где все? Где все? Все уже здесь. Эй! Эта территория теперь будет принадлежать Grow Street. После того, как вы все сдохнете. А, этот трусишка решил не рисковать своей жизнью. Я его все равно застрелил. На всякий случай. Блин, что-то много их. Как идут дела с Деннис? Да никак. Они не идут, они в минус уже пошли. Просто взяли и уехали. Ну молодцы просто вообще. Сзади еще, блин. Вагас это посильнее, мне кажется, чем Баллас. Второй натиск выдержал, да? Блин, а территория-то маленькая совсем. Надо еще больше. Блин, как их много, а? Как их много, я просто в шоке. А территория маленькая. Да блин, пока ты перезаряжаешь оружие, они убьют. Отлично, теперь этот район снова наш. Точнее, не снова, а теперь наш. Ой, надо срочно взять броню. Бери броню скорее. Да, Багаса снова здесь. А там сердечек нет. Ну-ка, давайте поищем. Может, есть. Сердечко мне бы тоже бы не помешало бы. Очень бы сильно не помешало. Ну их... А, нет, есть. Отлично.
Так, взяли. Машины как у Биг Смоука, блин. Вот еще вагасы, давайте постреляем в них. Эй! Пора попрощаться со своими жизнями, блин. Да кто стреляет в меня? А, вагас. Да блин, да как их много, а? Ты будешь дохнуть или нет? Да блин. Они, по-моему, убегают вообще куда-то, фиг знает. Почему они убегают, а? Ну почему? А нет, они, по-моему, сюда идут. Пусть приходят. Нет, они на месте стоят. Просто стоят на месте. Вы сдохните, твари. Пусть сзади лучше подходит. Да умирайте вы все к черту, блин. Все дохните, сдохните все, твари. Броня, 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 броня нужна мне срочно, нужна броня. О, эта территория, кстати, довольно большая. Давайте накрыть. О, она капец какая большая. Идите сюда, вы, говнари. Некоторые в майках, некоторые без маек. Точно говнари. Так, сзади еще появились. Куда они все удирают, а? Вот скажите мне, пожалуйста. Сейчас мы их просто всех расстреляем отсюда. Они будут долго сюда бежать. Отлично. Этот район теперь наш. Но, по-моему... Но финальная миссия еще до сих пор недоступна. Давайте посмотрим, сколько мы отвоевали. Отвоевали мы не так уж и мало, но тем не менее надо еще больше. Балосовских территорий очень много. Надо воевать и воевать. Мы просто обязаны отвоевать целую кучу территорий. Это я давно балосов не наблюдаю. На территориях, на которых они должны быть. Вот здесь. Да, они должны быть. Во! Во! Сейчас мы постреляем тут немного. Так, сохраняйся. Лос Диспандос. Сан-Андрес, Пап-Андрес. Оу! Уезжайте-ка отсюда. Не вздумайте только меня раздавить.
Так, первую волну отразили, да? Почему машина едет не к нам? Скажите мне. Да блин, ну сдохните вы. Во-хо-хо-хо-хо, нифига. О, много чего-то, много-много-много-много-много-много-много-много. Плохо, когда они с двух сторон появляются. Сдохните, сдохните, твари. Отлично. Еще один район отвоевали. Да, город вообще с ума сходит. Колесо прострелено одно. Да ё-моё, ну тут балласа два всего. Двух маловато будет совсем. Но на всякий случай постреляем все равно. Попробуем. Еще раз. Давай. Нет, двух баллов. Я так и знал, двух будет мало. Ой, как же я уже устал, а? Что? Не знаю. Нет, да блин, у них уровень киллера везде. Когда ты не воюешь, можно сохраняться. Ну, правда, это только я могу. Вы можете тоже моды себе просто поставить. Когда сохраняешься, уровень розыска сразу попадает. Я устал уже. Я больше часа уже воюю. А они только удирают. Так, эти особи сдохли. Они сквозь лестницу, по-моему, вообще проходят. Они там спаунятся и умирают вообще. Ну, блин, и как мне довоевать дальше, если они там забаговались? Первую волну отразил, да-да-да, конечно, я понял. О, это же тот самый дом, где мы Денис спасали. Второй натиск выезжал. Да-да-да-да-да, мне уже надоело. Бесконечное это все. Ой. Наконец-то!
Карл, ты Свит. Что случилось? Ты нашел Смока? Когда мы разделались балласами, Вагасы заговорили. Теперь мы его найдем. Он скрывается в Лос-Флоресе и в восточном Лос-Антосе. Поконяемся, Джей. Ладно, я тебя подхвачу. Там мы покатаемся. Вот так вот, дорогие друзья, наконец-то мы открылся доступ к миссии End of the Line. Мы пройдем ее в следующей серии. Фух. Это все было гораздо дольше. Я отвоевывал эти территории где-то час 12 минут. Не как у вас на экранах, не 20 минут, но немного побольше времени. Устал капец, вообще ужас просто. Ладно, следующая серия будет последняя. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.